В бытовых помещениях цеха по производству муфты оправок Северского трубного завода провели капитальный ремонт. В порядок привели женские раздевалки, душевые, санузлы и сауну, а также купили новые шкафы для хранения одежды. Их специально подбирали таким образом, чтобы в них умещалась рабочая и повседневная одежда для всех сезонов. Для нас было важно это размер шкафчика, то есть нам поменяли шкафы, они стали вмещаемые. То есть у нас отсек для чистого, для рабочего. Мы можем теперь хранить все. То есть зимняя одежда спокойно помещается. В цехе работают 80 женщин. Для их удобства, помимо просторных шкафов, в раздевалке добавили фены для сушки волос. Он нам очень необходим. У нас большинство девочек с длинными волосами ходит. Поэтому как бы очень удобно, когда после душа в конце рабочего дня можно просушить волосы, особенно зимой. Осенью, когда холодно. Капитальный ремонт длился 8 месяцев. В помещениях полностью заменили окна, уложили новую напольную и настенную плитку, установили современную сантехнику. Появилась и сауна. Таких объемных работ не проводилось долгое время. Сейчас работники начинают смену с улучшенной и отремонтированной бытовки и заканчивают. То есть встреча и начало рабочей смены начинается у них с бытового помещения. Это главный элемент улучшения условий труда. Обновление помещений продолжится как в основном здании цеха, так и в административно-бытовом корпусе. Валерия Белякова, Александр Полищук, Дмитрий Жданов. Новости 11 канала.